Пирс, ты идешь? Щелкните, шкаф встал. А он завис. Бежит на месте. Да пофиг на него, погнали. Согласен. Кто второй танк? А, пианист. Верка, дышь. Гео. Че, у всех шаманов геровка, да? Тут кто-нибудь есть? Никого. Пирс вылетел. Полина, наверное, сдала геру, когда пианист попросил. О, второй.
Фух, где еще? Ой, а что, на третьем месте, что ли? Пиздёшь. А за кого сложнее играть? За Рогу, допустим, за Мутика или за Ферала Кота? Мутик вообще мёртв. За Кота. Так, так, чё, кот? Мутик мёртв. Класс. Очень скучно. Ну ладно, комбат. Комбат? Ещё скучнее. Ещё скучнее. Короче, Ферал сложнее, да? Так, кошка у меня сложнее. Есть друг, который играет на комбате, у него была сломана рука, он играл одной рукой, колесико вверх при наборе поинтов и колесико вниз при опускании поинтов. Я так же был. Я отдавал хороший ДПС, около 15. В ИЕ, по-моему, нету трудных. Ну почему? Вот Феррал есть, там 7 кнопок. Серега, блядь. Качу их так же держу, просто потом уже надо и всё. Чё? Надо было дальше. Так, я вижу, этот один хил сечёт. Один хил сечёт, да. Да, Полина-то вообще отлетела. Да ёб твою мать. Диван найдите. Да два мы вам справимся. Войско давай, ты чё? Пять оковы. Ребят, нам надо тактику убить. Серёга умер, Жужин умер, Полина вылетела. Остался я один. А пианист где? М? Пианист. Хорошо. Ну ты сейчас умрёшь. Хер с ним. Мы сильные ребята. Бля, хорошо, что я не стримлю. Такое позорище, пиздец. Ну что, я снова с вами. Девка, заходи. Девка, сколько стоит этот погибель в каре? 15. 15-ка. Юрий просит, который на той неделе вас покупает. Помнишь кота? Да. Всё, ему написать 15-ка. А где Кирс вообще? Где Полин? Написал, у него светов вроде. У Кирса светов. Я с телефона, да, жду. Взяли коника, обидели, теперь он нас сидит, отмазывает. Я просто говорю то, что в ПВЕ за всех не так тяжело играть за дамагеров. Ну да. Хочешь сказать, что котом сложнее играть, чем мутирогой?
Там Мутюрога это супер скучный класс. Я не играл за Мутюрогу, я не знаю. Сейчас я быстренько аддона скопирую и вводу. И зайду. На дроида, да? Серега вылетел, что ли? Да резнуть некому просто. Бегу. Я тебя вроде поднимал? Да нет, никто меня не поднимал. Я на ступеньках был, никто не подходил ко мне даже. Ну я под... А, ну ты, наверное, тело подходил. Всеми классами играть наравне. У нас 3 ДК было, лужу никто не мог кинуть перед мобами. Когда присты контролю отстают. Где Жужжин? Сейчас я подойду. Жужжин, вставай, тряпка. А вы на ком там? На трэш. На трэш? Да. Перед репрадом, да? Почти. Девка, когда? Чего когда? Еще раз. Когда? В Каругер? Да, в Каругер погибель. Не знаю. Ну, меня тут спрашивают, покупать. Следует. Что, спекнитесь пока кто-нибудь танка второго, пойдите пиздить. Погибнуть можешь пойти и без остальных боссов чисто ее пойти. Я подошел. Просто время нужно. Ну типа, давай ему скажу твой ник и пусть он тебе. Окей. Да я респу мне. Идите, контролируйте. Кто зашел? Что он, точка он? Включите канистры. У меня не очень. Да, без разницы. Ну, пусть умирал. Че надо бустануть на сервер? Надо бы установить сервер, чтобы хорошие клеймы были. 1080. Ну, HD. Сколько это будет стоить? Пацаны знают. А ты не про надо. Угу. Так. 100 баксов в год. Карась. На самом деле в год не так уж и много. Не знаю. Для гильдии скинуться-то. Че? Не, да, скинуться это вообще не проблема. По бутылке пива не выпить в выходной. $10 в месяц, $100. Адмирал, дай скрин. Ща явка еще, если хочешь. Давай. А то скучно без света сидеть. А нет, смотрите, нитрокласс. А у Адмирала не скучно, он там просто прокликивает по аддону. Я хоть посмотрю, какой он слайкер. Можно за 50 купить нитрокласс. Через PayPal или банк? И чё?
у меня на двоечку мишки. Мишка, мишка. У меня градстрел стоит на однерке вообще. А у меня на табе стоит метка охотник. Смотреть, как Гена идет за монеткой божественной. А что по-вашему должно стоять у своего на единичке? У меня череда на огонь. Тайфун? Циклон? Волшебный огонь. Бля. Я думаю, у Гевки там этот звездопад стоит. Я думаю, у Тайфун. На семерке. Тайфун. На семерке? На шестерке. Где? Тайфун, он отдельно. На сердечке, да? Нет, на сердечке это по сути звездопад. Да, тайфун в сердечке. Пианист, ты на двоих? Что еще раз? Ты на двоих. Поднимите, пожалуйста. Че, пулю? Да поднимите его, ну че? Они быстрее там стаки. Да, пипец. Эмир, ну сори, я не в рейде. То есть пришел один человек, который мог резнуть. Чё, гол? Я подожди. То монете еще ем. Сумма нулю. Рыбку бы. Там шея с меткостью сланы. Ой, следи кто брал? Все, все тут. Пахан там каску. У кого-то стоит тренька солярки, которая нет сапфир от талисмана. Надо спрятать танк, а то у меня что-то фризит. Кто в танке? Ванаро. Арсенар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Ванару свершить отмщение. Насладитесь болью. Блять, Серега, как ты умрешь? Не пропьешь. Ты с какой целью интересуешься вообще? Просто интересно, ты что так часто умираешь? Тоже так хочется. Да без проблем, я в хп сейчас забьюсь просто-напросто и все. Зачем я буду умирать? Причем тут хп? Это же не хп дело. Иди бей уже, Келесета.
Дайте еру на полтора. Да что? Классная Гера. Пойдем трэш под Гера зальем. Пошли трэш под Геру, ребят, быстрее. Короче, Лёха, слушай, в чем прикол был? Чем мы так долго возились? Чё? Ну вот, получается, три аккаунта они мне попросили, запросили на подтверждение. Получается, два подтвердились, а геморрой был, получается, с третьей. Фишка в чем? Челику на почту не приходило письмо с подтверждением, да? Вот, но мы долго морочились с этим. А в итоге я пишу им то, что не получается. Письмо, точнее, не приходит на почту. И типа, можно как-то по-другому разрулить? А мне отвечают то, что чтобы тот человек как бы написал им с почты, то, что это якобы он. Вот. И что оказалось? Он когда создавал аккаунт себе на Вове, неправильно свою почту указал. И получается, он создал аккаунт на несуществующую почту. И типа из-за этого были проблемы. И они ему, короче, как он мне написал, он на слово поверили, то что это он владелец. Ну и потом же как-то разрулил. Типа почту сменил? Нет, он не почту сменил, он при создании, когда создавал аккаунт, неправильно заказал свою почту. И получается то, что создал на несуществующую почту аккаунт. Но у него до сих пор аккаунт на несуществующей почте, правильно? Да. Сосуществующий. И а там не получилось у него почему-то создать. Я так и не понял почему. Что... В общем, тоже проблема была. Вот, ему как-то короче. Он с ними договорился как. Но у него один вариант. Создавать такую почту, на которую он создал. Да, у него так не получилось. Вот весь прикол был. Знаешь, у него руки из жопы. Там какая-то у него почта просто странная, из-за этого не получилось. Какая-то РК Майл. Впервые в этой душе. Почта России. Регистрация спустя год. Амир, видишь, какие кнопки красивые? Да, вообще. Все, поехали.
У нас минус флага. Не, может, бомб дали? Нет, он стоит АФК возле двери. Поехали. Ничего страшного. Зато укус будет для бабла. Ну да, блять, хрен Крофир даст. Начинаем представление. Нужно подойти поближе. Как вам такое? Ну кто хилок? Ген, я почти готов играть за сову. А чё она хилится? Убейте вы его. Чё, мир краткий гайд, да? Почему ты опять? Вот почему он хилится. Полина в рубашке родилась. Знаешь, посмотреть на эту ротацию, она не сильно отличается от фаермага. Гречка, чтоб дамажил. Грубо говоря, повесил дотки. В один прокастишь одно, в второй прокастишь другое. Меня вообще никогда не кусали, потому что Сири не стакается с укусом. Вот и все. Кто такое сказал? Че? Это на церкви не стакается? Все стакается здесь. Моя истерия не стакается с укусом. Че такое? Кинь на ханта, какие проблемы. На ханте она стакается. На Артемию можно еще МКшку кидать. Зачем? Ну на тебя вообще стакается. Артемия, в следующий раз пацан для тебя кинул перед получением укуса истерию на тебя. И пошел.
это... Эмер, тут на самом деле легко запутаться. Если истерия на вас до укуса, то потом укус не засчитывает. Кусайте вам. Ставьте в ДПС, от укуса вы не получите. Ну, знаешь... Я же чё схожу. Я хила укусила. Спасибо. Не, я музыка. Так, единственное, только я что не запомнил. Тебя этот звездный огонь в лунный кидается же, да? Ну да. Угу. Сколько упало долларов? 3. Еще 7? По-моему, хэм быстрее идет. Это обычно. Лёха, шо я у тебя крит метка следит? Весь шмот у меня. Дай мне. Шо я кину. Крит меткость. Угу. Сейчас посмотрю, где она тут. Да ладно, давай перед бу. На. И пучину можно? Амир, вот учись, как за собой играть. Учишься? Впитываешь весь скилл. Сейчас, подожди, давай найду. Да я даже Blizzard быстрее кастую, чем у тебя грозы. Можно поставить и идти курить минут на 10. Бля, не могу найти. Вот так кто делает. Можно даун, ну да. На, покажи. А покупайте на Теренаску или прилив есть? Да, Лора, слови его. Если нету покупателя, то можно будет мне на сундук выйти? Да. Нет? Да. А, зайдёт. Хорошо. Нет, крутилка. Опять Мозер сдох. Но тебя будет народ скинуть. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сирии. Я хотел будет народ в себя кинуть на Милика. Этот пистар мочка. Чел брал Полина и Гена полетать.
подожди тогда. Там Элбрил соло практически. Защитит. Я летать не могу. Как я не наберу, я все равно потеряю где-нибудь. Учись. Так, готов, где на будешь сказать? Готов. Все, поехали. Какой стороны? Что это? А чё никто не хилит? Вальку. Так мы летаем, наверное, потому что... Портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Планета, только быстро. Сундук не трогайте. Thank you.
Сундук не трогайте. Я обратно в сову. Да, погнали дальше. Это Делорус, там, Моза. Останьте монету, там, планету. Набегайте быстрее. Поехали, заходим в комнату. Только попробуйте опять напулить.